Сергеевич, ради бога, извините, но тут все пишут, что вы госпитализированы. Сергеевич, ради бога, извините, но тут все пишут, что вы госпитализированы. Ну, и про нашего президента уже лет 10 пишут, что он заболел. Это такая, в общем-то, игра, которая не новая в политике. Но западным журналистам быть все-таки почестнее, чем они есть, писать правду почаще и не ограничиваться в своих репортажах только одной точкой зрения, которую они транслируют по всем вопросам, где так или иначе задействованы интересы Российской Федерации, которые игнорируются. А нашим гражданам, конечно, огромная благодарность за поддержку нашей внешней политики, которую определяет президент, а мы в меру сил стараемся реализовывать на всех направлениях. Ну, естественно, завтра несколько выступлений, завтра мы будем принимать итоговую декларацию. Только что звонила министр иностранных дел Индонезии, который является председателем министерского процесса. Сейчас завершаются переговоры, вот наши эксперты там находятся, но министры по телефону контролируют эту ситуацию.